А мне вчера было так плохо, женёк, а сегодня хорошо. Хочу сказать, короче, братуха, сегодня посмотрел, короче, клип «Оргазм Нострадамуса», короче, 96-го год, слышь, как... Какой? «Последние секунды жизни»? Нет, нет, эти ребята веселые. Ну, пиздатые, слышь, они... Это пиздец. Ты что, угол это вообще? У них нахуй с головой вообще ничего нету. Вот этот стоит, блядь, длинный нахуй в очках. Он стоит, я думаю, блядь, нормальный мужик. Да там вся братва их не снимала. Пиздец. Поэтому по вокалисту видно, придурок. Да, по нему сразу нахуй видно, что все. Да хорош, да. Угол был вообще образованнейший человек. Вообще, пиздой. У меня просто образ такой был. Статья, блядь, Т4, нахуй, там он, слышь, ёпта, ёпта. А этот стоит такой, с соплей, блядь, дельный вроде такой, раз. Как понеслась, как он начал косоротиться, я думаю, блядь, что у него с головой, блядь. Ты запоминай, запоминай. Алёша Позборов, ёпта. Ты запоминай, а то ты, блядь, на концертах, как, блядь, мумия там пьяная мотаешь. Бля, слышу, он дурак, ёпта. Ну вот надо так, вот ну, как они. Ну 96-й год, блядь. Ну чё, они сейчас бы... Это уже люди были нормальные, а у этих с головой был ну, такой, ты поживи... такой непорядок. Слышь, просто. Ну ты поживи в Улан-Удэ, ёпта, в 96-й год. Слышь, нахуй. Да он в Улан-Удэ жил. В Улан-Удэ. Ёпта мать, нахуй, с чукчами нахуй там. Ебать, а ты вообще, да, слышь, а кто, ты вообще либо первый раз про оргазм Нострадамуса узнал? Я так понимаю, да? Не, я первый раз услышал, когда вот адовый мужик. А ты знаешь, что такое угол? Вот этот долбоёб, нахуй, который у них, нахуй. Какой? Самый главный, нахуй, да. Олень, нахуй. Да, маленький, блядь, этот, вот, с прической, нахуй. Слышь, так вот этот олень, блядь, нахуй, институт закончил, ё-ма. Я не знаю, какой. А ты, блядь, нахуй, тебя с вечерней школы выгнали. А кто, олень? Меня выгнали, нахуй, с этого, блядь. Когда меня выгнали с этого, блядь, ёпт. Мне больше всего понравилось, моя сестра до сих пор вспоминает, когда меня выгнали, короче, 16-го училища, ёпта. А знаешь, почему я с матером один на один выходил, ёпта. Слышь, вот это круто. Туалет, да. Смотрите, мужики, сейчас будет рецензия, короче, блядь, человека, который, блядь, вообще понятия не имеет, что такое за группа «Оргазм Нострадамуса». Первое впечатление, там, первое впечатление о клипе, блядь, «Веселые ребята». Слышь, это пиздец, это, блядь. Это безумцы, нахуй. Вот такое впечатление. Это безумцы, просто безумцы, нахуй. Что один, блядь, псих-одиночка, блядь. Что второй стоит, блядь, вроде такой, блядь, добрый. И потом, как понесло его, ёпта. Что с тобой случилось? Какой тебе укол сделали, ёпта? Думаю, блядь, все, хана нахуй. Не, ну а что ты вот понял из этого клипа? Какую смысловую нагрузку? Вот я тебе могу сказать, что вот они не выглядят как панки. Вообще совершенно не выглядят. Но это панк. Это, блядь, то, что надо, ёпта. Это хардкор. Это, блядь, круто, ёпта. Я не знаю, но мне понравилось. Вот. Это, блин, такие дебилы. Они еще хуже меня, ёпта. Не, ну ты тоже гость программы. Кактусы ешь, ёпта. Это вообще пиздец. Слышь, ну, блядь, оргазм Нострадамуса. Это вообще у них там... Блять, ты понимаешь, что тебя там не хватало. Вот если бы еще там кактус сожрал бы. Охуенные пацаны. Пиздец. Конечно, ёпта, блядь, оторвались там на полную катушку. Да пиздец, 96-й год, ёпта, думаю. А почему в 96-м году они выглядят, как будто, блядь, они в 70-м нахуй где-то находятся, ёпта. Потому что 96-й год, да. Потому уже, что жили уже мы были как-то, блядь, более адекватные, нахуй. Мы уже и траву хорошую курили, блядь, и там вся хуйня. Потому что они зонт угло. Зонт угло. Они, блядь, уроды, пиздец. Зонт угло. Хотя я вот самое интересное. Зонт угло. Жень, я не люблю такой панк. Вообще не люблю. Но они меня, сука, зацепили. Я люблю панк, знаешь, какой? Они сейчас бы стадионы собирали, если бы живы были. Вот они жили, блядь. А что, им хана обоим, да? Да, и гитарист, и вокалист. Вот они жили на полную катушку. Там два главных придурка. Они бухали, пиздец. Да они не бухали, походу, они там еще что-то делали. Ну, конечно, курили, а что они там еще? Что в Улан-Удэ? Бурятку только курили. Улан-Удэ, ёпта. Это хуй знает где. Ты знаешь, где Улан-Удэ? В Чуме ждет рассвета. Нет, чукчи это в другом месте живут. Ну, короче, где Улан-Удэ, ты даже не представляешь. Да вообще пиздец, ёпта. Это злупи глаза, нахуй. А ты живешь в Улан-Удэ, а это хуй знает где. Мы поедем и помчим тебя на оленях утром раз. Слышь, Бердыев, блядь, Юрий, да, Бердыев. Да. Оленево Бердыев. Кетов вот так, да. Строганиновый балык.
Ты вообще ништяк. Самолет хорошо, паровоз хорошо. Ну это Лиля лучше. Глупые глаза. Придурки. Охуенно. Да, да, да. Куда турды, нах. Короче, твои, что ты можешь сказать вот о группе на «Оргазм Нострадамуса» в двух словах? Заебись или хуета там? Охуенно. Охуенно. Вообще пиздец, я. Не, ну зацепили, действительно зацепили, блядь. Вот ну, что придурки значит. Откровенные, блядь. Вот, как, вот надо как, какой группой быть, ты понимаешь, блин? Вот один раз ты увидел эту группу и сразу понял, это навсегда, короче. Пиздец, я. Что вот...